Всем привет, с вами канал Все про Android, и сегодня пойдет речь о приложении, которое называется Market Unlocker. Приложение можно будет скачать по ссылочке, которая будет находиться в описании видео. Вообще это приложение на английском языке, но я в описании видео выложу ссылочку на русское, то есть переведенное приложение. Приложение было скачано из сайта FOPDA. Кстати, если вас заинтересует какая-то информация, вы сможете прочитать о этом приложении на сайте FOPDA. А я вкратце расскажу, что приложение данное делает, покажу, как применить данное приложение и какие есть возможности для подмены оператора. У многих возникали ситуации при скачивании приложений из Android Market. Допустим, вы находите какое-то приложение, и при выборе скачать приложение показывает, что данное приложение недоступно для скачивания в вашей стране. Уверен, что многие сталкивались, поэтому вот сделать хочу видео о такой программке. Итак, скажу сразу, что для установки и для работы данного приложения необходимы root-права. Если у вас нет root-прав, то вы можете не устанавливать данное приложение, оно вам просто не поможет. Первый запуск приложения, вы попадаете в основное окно, где есть подкладочки основное, то есть восстановление исходного маркета. Допустим, вы хотите отменить изменения, поэтому вам необходимо включить восстановление будет исходного маркета. Включить-выключить Unlocker, показывать уведомления и показывать галочку на Check Update, то есть показывать обновление. Ну, поскольку у вас будет установлена русская версия, а обновление придет на английском, то я рекомендовал бы эту галочку не ставить. И перегрузить Google Play, то есть это необходимо для очистки Delvik кэша из Google Play. Основные возможности. Программа не дает скачивать бесплатно платные приложения. Скажу сразу, что она просто дает возможность скачать бесплатное приложение, которое недоступно для скачивания в вашей стране. Допустим, вы хотите, как я уже сказал, скачать приложение, а вам пишут, что данное приложение недоступно для скачивания в вашей стране. Так вот, перейдя во вкладочку Market, здесь вы можете активировать любого оператора, для которого доступна скачка данного приложения. Все знаете, что многие там разработчики пишут, ну не многие, скажем, а некоторые пишут приложения, которые доступны для определенного оператора. Или это же заказное приложение. Так вот, есть основные операторы. T-Mobile, Verizon, AT&T, Sprint. Ну, все перечислять не буду. Для Германии, Бразилии, для множества стран. То есть, все, что необходимо сделать, это вам нажать на страну и произойдет вот такая вот штучка. При первом запуске права суперпользователя запросит приложение, и теперь ваш смартфон будет определяться по оператору как, ну, смартфон, который является там подключен, вернее, к оператору T-Mobile в США. То есть, если вы хотите скачать приложение, а оно недоступно для скачки, выберите и примените вот любого оператора, которого бы вы хотели проверить. Допустим, скачивание там пишет только для жителей США. Вот вы выбираете США, и, соответственно, будет подмена оператора, и приложение станет доступно для скачивания. Как все это дело отключить? Просто перейти во вкладочку «Основные» и «Восстановление исходного маркета». Как я понимаю, что данное приложение, используя права рут-доступа, делает изменения в каком-либо файле. Возможно, это файл build prop, чтобы не лезть ручками, не искать информацию, где изменить там определение по оператору, то вот это приложение поможет вам скачивать. Настройки прокси есть. Ну, я думаю, что для тех, кто захочет использовать данное приложение, да, кстати, оно очень помогает для скачки приложений из Amazon App Store. Есть такое приложение для скачки. Вот многие приложения, если вы установили Amazon, то многие приложения, они просто недоступны для скачки, допустим, там в Украине, в России, где вы живете. В основном это касается стран СНГ. То вот при помощи данного приложения Market Unlocker вы сможете скачивать приложение
на свой Android смартфон. Еще раз скажу, что данное приложение не дает возможности скачивать бесплатно платные приложения, то есть вам все равно придется их покупать. Не дает возможности, как я уже говорил, это никакой не взлом, просто подмена оператора сотовой сети, к которой вы подключены, и используется только для того, чтобы дать вам возможность скачивать приложения, которые недоступны в вашей стране. Что я часто повторяю, это недоступно в вашей стране, но чтобы не было лишних вопросов. То есть доступность приложений для других стран и возможность, как я уже говорил, что приложение скачивать из Amazon App Store. Вот такое вот небольшое приложение. Да, не забудьте после того, как вы там скачали какое-либо приложение, сделать вот восстановление исходного маркета. Сделать это можно отсюда, выключить там, допустим, или оставить включенным анлокер. И если вы переключитесь в режим самолета Airplane, то тоже все настроечки вернутся на исходную. Приложение довольно-таки безопасное. Так что я думаю, что кто сталкивался с невозможностью скачать приложение для своей страны в Play Market, то вот такая вот возможность у вас появится после установки данного приложения. Да, еще хочу сказать, что данное приложение не решит проблему, если, допустим, написано, что приложение недоступно для вашего устройства, а недоступно оно только потому, что технические параметры вашего смартфона не позволяют устанавливать это приложение, то в этом случае тоже не поможет. Единственное, как я уже сказал, и еще раз хочу повторить, чтобы не было потом всевозможных там вопросов, это только для скачивания приложений, которые недоступны в вашей стране. Так что если вам данная программка когда-нибудь понадобится, а я думаю, что многим она может пригодиться, скачивайте, устанавливайте на свой смартфон, пользуйтесь. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!